А что нужно вам от кабалы? Почему вас от нее так прет? Э, я вам скажу, почему у меня прет так кабале. Э, в принципе, э, мне это уже не надо. Я про себя не говорю. Но это когда как это происходит, когда э, ты начинаешь видеть, как ты гармонично связан со всем миром, это от тебя не зависит. Тебе раскрывается эта картина, и представляются тебе все люди, все души, стоящие за нашими телами как маленькие шестеренки, жестко связанные в одной машине. И малейшее действие каждого из нас воздействует на весь механизм. Когда ты это видишь, у тебя появляется естественное ощущение страдания, которое наполняет других. Потому что ты становишься интегральной частью этой машины. Я чувствую во всем этом какие-то индуистские напевы. Почему индуистские? Ну, во-первых, переселение душ. Ну что вы, индуиз... индусы взяли это из кабалы еще много тысяч лет назад. А, так это они у вас украли? Они не украли, им это было передано еще до того, как они там были. Во-первых, когда это индусы-то появились со своим индуизмом, э -э это же все где-то шестой, 9 век нашей эры, а Кабале 5000 лет, 50 веков. Так что это совсем другое дело. У Авраама записано в книге, которая еще была написана во времена вот этого древнего Вавилона, который называется «Большой комментарий», Мидраш Раба. И там написано, что у Авраама было много учеников на самом деле. И он разослал их в разные части света. Э, э, в частности, огромную большую группу людей он послал на восток. И вот именно с этими вот э, индуистскими, там, всевозможными там, китайскими, японскими и прочими э, вот этими верованиями. Оттуда они и есть. Мы в них обнаружим очень четкий корень. Вы можете взобраться куда-то там на, на Памир. Э, я, кстати говоря, нахожусь в одном... Э, как сказать, в одном круге общения с Далайламой, допустим, и они, они, они чувствуют, откуда, откуда не сходят эти корни. А то же самое у арабских суфистов, откуда у них это все есть. Это все взято из кабалы. Ну, вернемся к индуизму. Там цель прервать вот это вот колесо перерож... этих самых перевоплощений. Да, прервать, да? да. А, в чем цель каббалистов? Цель каббалистов в том, чтобы рассказать миру, когда мир будет в этом нуждаться, о том, для чего мир существует и как достичь той цели, которая поставлена перед нами природой. Природа нас к этой цели толкает сзади ударами всевозможными, а каббала позволяет двигаться к этой же цели вперед, в наслаждении, в, в хорошем развитии. С радостью, с пониманием, куда ты идешь. Все равно мы достигнем или так, или иначе ту же цель. То есть вы тоже преследуете цель наслаждения, да? Цель – это познание, наслаждение, гармония, наполнение тех желаний, которые в себе разовьет в итоге человек. Слушайте, ну тогда получается типичнейшая религия. Христианство стремится к наслаждению только в раю. Коммунисты стремились э, построить мир наслаждений, когда-то в будущем мы называли его коммунизм. Кабала говорит то же самое, дайте нам кайфу и побольше. Э -э дело в том, какое наслаждение под этим подразумевается. Да Если какая разница, говорится... Ou... Кайф? Нет, 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 нет. -не -не. Извиняюсь. Есть большая разница от наслаждения. Если наслаждение вам доставляет связь с остальными душами, когда вы Понимаете и видите, как вы начинаете быть связанными в этой огромной системе душ, вы приподнимаетесь над нашим миром, вы, вы начинаете ассоциировать себя, Саша, послушайте, вы начинаете Я себя весь ассоциировать внимания. с душами, с душами, а не с телами. Вы начинаете чувствовать все человечество на уровне душ, вы начинаете чувствовать вечное течение природы, вы начинаете а а связанными быть быть связанными с этой природой на ее высшем уровне, там, где она вечная, там, где она совершенная, а не испоганенная нашим мелким эгоизмом. Вы приподнимаетесь выше нашего этого слоя дерьма нашего эгоистического земного. Вы включаетесь в совершенство. Вот это совершенство, связь между всеми душами, когда вы ощущаете всех остальных и их наполнение этим совершенством, и они ощущают вас это взаимность. Она дает вам следующий уровень постижения. Уровень, который называется Адам. Адам от слова доме, подобен Творцу, подобен этой высшей силе природы. И тогда вы не ощущаете этого состояния вашего земного. Вы приподнимаетесь на иной уровень. К этому уровню должно достичь человечество, этого уровня человечество должно достичь в течение ближайших десятков лет. Только есть проблема: или мы достигнем это с помощью страданий, с помощью нацистских режимов, которые сейчас начинают развиваться абсолютно во всех развитых странах, или мы э, с помощью третьей, э, четвертой мировых войн, когда на земле останется маленькое количество людей, но которые все равно должны будут реализовать эту программу природы, или мы достигнем это? В кайфе, как вы говорите, в хорошем состоянии, в, в дружбе, в любви, в развитии, в понимании, в постижении и так далее. Разница в этом. И не только. Дело в том, что когда вы развиваетесь в самопознании вы начинаете постигать еще и следующий уровень природы, который находится вообще в измерении, который еще выше этого. В измерении выше Творца находится следующий уровень? Выше Творца, который относится к нам, да. А сколько Творцов-то вообще? У Творца есть какой-то начальник, что ли? Э, нет, то, то есть Творец проявляется к нам с одного уровня, и еще над этим находятся и другие уровни. Вы а правы, там, свои, твор... правильно там свои что ли Творцы? Человек должен полностью подобиться Творцу, ничего в этом страшного нет. Погодите, вот не... вы мне сказали твор этом. Творцов-то сколько? Творец один, только он проявляется внутри нас. Вы не можете сказать о нем как о чем-то фиксированном, что это он. Вы можете сказать: я таким образом ощущаю Его. Творец на иврите называется Буре. Буре это два слова: Бо и Ре. Бо это приди и ре увидь, то есть творец всегда постигается человеком. Приходи, приближайся и обнаруживай его. И поэтому есть много ступеней в познании Творца, так же как в, в познании природы. Физика для первого класса, для второго, для десятого. Я знаю одного буре, это Павел хоккеист, но э, он живет очень хорошо, ему ни, никакая кабала не нужна. И мне кажется, что она не нужна 99% людей, которые живут на планете, они э, и не хотят, и, и совершенно. У них нет к этому позывов никаких изучать все это. Я Поэтому с вами мне кажется, что. Абсолютно согласен. Но страдания, которые в ближайшее время начнут серьезно, серьезно, так сказать, спускаться на каждого из нас они будут хорош, хорошим стимулом, мотивацией для того, чтобы подтолкнуть человека искать. Знаете, что значит стимул по-гречески? Да, это острая палочка, которой колят ослов, чтобы они шли вперед. Так вот, никуда мы не денемся. Нас страдание заставит делать все, что угодно. Так вот, для того, чтобы предотвратить этот путь развития, когда тебя колят сзади, а показать человеку, что можешь к той же цели устремиться вперед добром, для этого и э, раскрывается кабала. Не хотят, но что сделаешь. Mm. Ну, э, смотрите, какая штука. Слишком много народу на Земле. Э, Европе, перенаселенной, для того, чтобы справиться с этим демографическим взрывом, когда-то пришлось пережить две мировые войны и э, сделать гигантский вспрыск населения на, по, по всем континентам. 60 миллионов европейцев разъехались по всему миру, колонизовав этот мир, земной шар. Сейчас та же ситуация происходит в третьем мире. Их слишком много, но им уже некуда ехать, все континенты заполнены, они уже не могут занять своих крестьян на фабриках, им остается только один выход. Глобальная третья мировая война, я надеюсь, что она захватит только третий мир и не захватит нас с вами. Нет, она захватит в большей степени именно нас с вами это я вам говорю точно вы можете поверить один раз поверьте что вам говорит каббалист больше всего от третьей мировой войны пострадает именно америка европа россия больше всего а почему происходит понимаете ли война и уничтожение не там где нам хочется а там где Ближе всего можно привести человека к осознанию зла и движению вперед. Те, которые там находятся в Азии миллиарды, они по своей мощи духовной, как муравьи. Смотрите, какая у них еще и религия, чем они не удовлетворяются. Меньше кушать, меньше, меньше двигаться, э, меньше дышать, э, у, у, унижать, уменьшать свой эгоизм, и от этого тебе будет лучше. Они еще не увидели, что эгоизм в них прет настолько, что они не в состоянии, они еще, они еще держатся за эту методику, с помощью которой можно чувствовать себя еще пока, пока еще комфортно, уменьшая эгоизм. В то время как европейцы, американцы или в России уже давно это пережили и поэтому с ними надо работать. То есть удары будут сыпаться не на ту часть населения Земли, не на китайцев даже, и не на японцев. Они себя уравновешивают понижением эгоизма пока еще с природой, а именно на нас, на эгоистическую часть населения Земли. Кто же нас будет бить? Мы сами друг друга нет у нас э, абсолютно ерунда у нас нет демографических ресурсов для большой войны а там они есть вот пусть они и воюют но ты, это же не зависит от нас это зависит от сил природы которые давит на наш мир вы поймите это же не, а как вторая мировая война первая мировая война где они были ну, и то же самое что? будет и дальше э, ну нет здесь мы с вами конечно расходимся я так ну, считаю э... что все таки в третьем мире все это разразится а нас и вас я надеюсь нет, а... никуда мы не уйдем. Израиль вообще будет в эпицентре, об этом говорить нечего. А... Но, но, но Россия это будет... Ну, так вы, очень... вы, 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 вы Израиль, это наша Невская Дубровка там в, на Ближнем Востоке, это наш цивилизационный плацдарм, мы на вас надеемся. Мочите? Я... Нет, тут, тут, тут нам ничего не поможет. Вы поймите, что дело же не в этом. Не мы делаем войну, и не мы управляем миром, и не вы в том числе, и вообще никто. Силы природы уравновешивают все эти дела, действуют через нас так, как нам надо. Так, как нам надо для нас, для нашего развития к цели. Ничего не поможет. Знаете, это как... Э... Э... Это, это, это предопределено. Единственное, что мы можем выбрать, двигаться к цели или... Комфортным путем, добрым путем или вот такими вот ударами. Вы прекраснодушный человек. Прямо как Манилов. Вы верите во все хорошее и в то, что человечество каким-то чудесным образом облагородится. Я, естественно, в это не верю. Я это человечество знаю последние 6 тысяч лет. Оно не, не менялось. Сейчас человечество будет кардинально меняться, вы увидите. Рождаются совершенно другие дети совершенно другим отношением к жизни. Это не просто какое-то повышение эгоизма маленькое, которое было в прошлом. Это совсем другое восприятие мира. Мы входим совершенно в новую, в новую полосу. Мы этого себе еще не представляем. Не хотим себе представить. Отгоняем от себя эти мысли. Но все равно мы, мы вынуждены будем это понять. Не знаю, не знаю. Очень даже в этом сомневаюсь, поскольку я сомневаюсь в изначальном постулате о том, что у природы была какая-то цель. Я думаю, что никакой цели не было. И откуда вы взяли, что она была, я совершенно не понимаю. Я вам еще раз говорю, говорю с вами как ученый, который изучает, много читает, участвует в всевозможных исследованиях, конгрессах, симпозиумах. Я вам говорю, мнение науки. Можно и на мнение науки сказать, ну, говорят, на все можно сказать так, но э, мы же хотим каким-то образом все-таки покомфортнее себя ощущать в этом мире. Под наукой вы имеете в виду Кабалу? Нет, нет, нет. Биология, физика, химия. Нет, нет, не, нет. И, э, и здесь все, я вам говорю, калу... нет, ни биология, ни физика не предполагают э, изначально его замысла. Они предполагают постепенное развитие в некую сторону, совершенно случайностное. Нет, 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 ни в коем случае не случайностное. Все, что мы наблюдаем сегодня уже в природе, мы видим, что это не случайно. Ничего случайного нет. Случайно это в нашей голове было когда-то, когда мы не видели всей ну картины. Как? Подождите, сегодня подождите картина подождите. начинает складываться с Что И... вы говорите? Саша, послушайте. Есть такая наука, квантовая механика, которая говорит, что в основе мира лежит принципиальная случайность. Это все бывшие теории. Сколько бы мы сегодня не пытались от них убежать, ничего не поможет. Мы раскрываем сегодня причинно-следственную, очень серьезную картину мира, где все элементы взаимосвязаны. Мы раскрываем это и в человеческом обществе, это глобализация. О чем она говорит? Эффект бабочки. О чем говорит? Где-то она ходит крылышками, а здесь отзовется. Это случайность? Это замкнутый цикл. Уничтожают где-то волков и вдруг становятся плохо овцам. Вырубают где-то лес и чего-то там происходит с ледниками. Все в природе взаимосвязано и на всех уровнях. Нам нельзя от этого больше отворачиваться. Мы себя и так уже довели до ручки. И, и все современные исследования говорят о том, что все взаимосвязано и все движется в четкой взаимосвязи вперед. Нам неизвестна эта цель. Вы правы, ученым эта цель неизвестна. Если бы была известна, то тогда зачем нужно, нужны были бы каббалисты? Конечно. Но то, что мы идем куда-то и развиваемся по какой-то э, системе, об этом сегодня уже нет вопрос не стоит. Вы сказали, э, зачем были бы тогда нужны каббалисты. Я вам скажу, зачем нужны каббалисты. Э, на прошлой нашей встрече вы заявили, что у России очень много нефти, и неплохо было бы ею поделиться с теми, у кого не хватает нефти. Я вам сказал, это не в таком, не в таком совершенно аспекте. Я сказал о том, что совершенное общество, которое наступит на земле, оно будет построено по принципу, где все делится поровну между всеми. Вы получите песок Лушайте. из Сахары. Да вы же, блин, коммунист. Коммунист типичнейший. Да-да-да. Вы получите песок из Сахары, а, вам при... а вы пошлете туда свою нефть. О, какой обмен клевый. Слушайте, да. и в каких же пропорциях мы будем сюда завозить песок, кто не нефти? Для того, чтобы всем было одинаково. Ох, слушайте, а если я не хочу свою нефть отдавать? Во-первых, природа заставит страданиями делиться, потому что вы увидите, что это единственный способ избавиться от страданий. Кроме того, вам станет явно видно, что вы находитесь с остальными взаимодействующими в одной механизме, как одно тело. Что вы не можете, вдруг рука будет действовать против тела. Это, ну, все, я начну себя душить. Ну, руки от этого ничего, а телу? Я не, не смогу этого сделать. Раскрывается картина настолько интегральная, взаимосвязанная, что просто ты, тебе некуда деться. Слушайте, неужели вы думаете, что вот этими сладкими словами вы заставите меня и моих соотечественников хоть чем-то с вами поделиться? Или с арабами, не дай мне. Нет, нет. Я, 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 я слишком хорошо знаю человеческую природу, чтобы на это не надеяться. Но я в то же время знаю немножечко, высшую силу, которая заставит вас такими способами страшнейшими это сделать с удовольствием, что вы с удовольствием это сделаете. Между нами говоря, вы думаете от того, что Россия сидит на трубе, она а себе не делает при этом из -за этой трубы огромную клизму? Ну, конечно, есть проблема у всех сырьевых экономик, но я думаю, что лучше сидеть на каком-то богатстве, чем не сидеть на нем. Чем сидеть на песке, как эти бедуины, с которыми вы требуете поделиться? Делитесь сами. Э -э в, в итоге, в итоге, еще неизвестно. Ну как неизвестно? Вот у вас там, кстати, полно нефти у арабов. Отнимите, да и делитесь потом. Я думаю, что, да. я думаю, что что это было а бы огромным вообще огромной ошибкой. Uh -huh. Uh -huh еще вопрос энергетика будущего как вам видится все тоже же нефтяной или мы найдем какие то другие источники энергии что мы все циклемся на этой нефти эм, я думаю что человечество начнет вообще подходить к жизни все таки исходя из формулы счастья то есть начнется оценка ценностей по Формуле внутреннего наполнения человека. Чего, 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 чего? То есть я вам скажу: то, что необходимо для существования организма, это не принимается в расчет, это надо ему дать. Но все остальное человеку будет настолько опостыло, безразлично, стран, страшно, он будет желать только одного: чувствовать себя комфортно. А комфортно будет себя чувствовать не от того, что у него будут какие-то источники еще дополнительные или там еще тысячу всяких э, завлечений и увлечений. Раскроются в человеке такие потребности, и они уже раскрываются в молодежи. Вот эта наркомания, вот все это, что мы сегодня наблюдаем, раскрываются такие потребности, мы их еще не осознаем, мы не понимаем, откуда все это происходит. В чем корень проблемы? Мы не видим его. Это запрос внутренний посыл, который должен быть наполнен. И его не наполнишь деньгами, и его не, наполни, не наполнишь ни, ни властью, ни, ни знатностью какой-то, ни, ни тщеславием. Понимаете, я побывал в Москве несколько раз, это же ужас, ярмарка тщеславия, точно. Но это же вообще стоп, показуха стоп, стоп. такая с, это с, все. С этого, с этого момента попрошу подробнее, когда вы были в Москве и что вам там не понравилось? Я пытался распространить там свое учение. И что вам сказали москвичи? Очень много заинтересованных и на сегодняшний день. Вот такие же мосты, как с вами, я устраиваю систематически, практически раз в неделю, с особыми людьми, уважаемыми, пользующимися уважением, почтением многих людей, там известными людьми. Я пытаюсь каким-то образом э, все-таки рассказать и не только у вас. Я сейчас вернулся из Америки, так я там был где-то на 90 радио-телетрансляциях, э, где пытался тоже рассказать о Кабале э, в огромнейших газетах, э, там Чикаго Трибюн, CNN, Fox и так далее э, в таких вот. Э, э, так что это, это моя специальность, это моя это моя миссия, считаю. Если можно хоть в чем-то где-то смягчить эти удары, которые к нам приближаются, это я обязан это сделать, если это в моих силах. Погодите-ка, мне все-таки интересно ваше впечатление от Москвы, если вы были здесь недавно. Вы назвали ярмаркой тщеславия. Чем вас этот город удивил, или поразил, или потряс? Ну, это может быть похоже на звезд в Голливуде которые все время должны себя показывать любым образом только чтобы на них обратили внимание. Э, кстати говоря, среди американцев самих американцев такого нет. Э, среди богатых, там э, влиятельных и так далее у них этого нет. Но в Москве, может, поэтому, потому что дорвались люди или как я не знаю. Но вот это прет, вот это вот показуха, вот это вот э, э, барство, э, вот эти рестораны все, вот это. Но это, э, ну это купечество, это старое, которое не поднялось выше НЭПа, э, вот, вот это все просто ужасно смотреть. Угу. Ну, я понимаю, что э, на Неп было смотреть ужасно коммунистам, и вам, как коммунисту, ужасно смотреть на сегодняшнюю Москву. Но э, я не думаю, что москвичи согласятся с вами э, отдать хоть пять от, от завоеванного и поделиться с нуждающимися. Ой, вряд ли. Вот, вот в этом-то и э, проблема России. В том, что никто не желает с другим делиться, и народ умирает. А люди сидят на огромных, на огромных источниках средств, и глядя на свой собственный народ, совершенно не, не принимают этого внимания. Вот эта проблема России, это, знаете, такое может быть только... При, при, э, при фашистском, даже не при фашистском, как сказать, при, дикта, при диктаторском режиме. Когда диктатор во имя себя это делает. Я, не, я не, не, не говорю ничего про Путина. Я говорю, что вот такая обстановка может быть. Когда народ умирает, и диктатору все равно. Ему главное свой карман. Богатые люди, известные люди, э, властные люди. Перед ними огромная страна с огромным потенциалом. С чем угодно, вы смотрите, на что похож народ. Я говорю о народе. Мне ни промышленность, ни ракета, это все меня не интересует. Зато мы делаем ракеты, мы уже про это пели. А как, почему к народу такое отношение? И вы говорите, что не, не отдадут ни копейки. Вот, вот это меня поражает. Вы-то человек, который э, все-таки занимаетесь немножко внутренним развитием. Я видел ваш сайт. Вы, 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 вы вникаете вы хотите вникнуть в глубину э, человеческого бытия не, не представляете себя себя уже таким э, москвичом типа, типовым <свят> э, э, так вот э, вы понимаете вообще катастрофу которая происходит здесь или нет послушайте э, насчет катастрофы <кх> вы сказали что народ умирает народ на самом деле не умирает народ более того этот народ повышает свой уровень жизни. Я вот недавно был в магазине, где продают стройматериалы, и увидел там этот народ. Вы знаете, совершенно такие некрасивые, с траурной каймой под ногтями люди какие-то ходят. То, что мы называем словом «быдло». И вот это «быдло» уже позволяет себе ходить в дорогие магазины, покупать. Экономический рост, никто не умирает. Ну ладно, мы не будем на эту тему спорить я не ценю вообще по москве россию это совершенно отдельная страна москва где у вас больше поклонников в россии или в москве по количеству конечно в россии во многих очень городах причем там где то и воронежи всякие знаете это кемеровые там в общем сочи одесса киев очень много на Украине, очень много туда, в сторону в Сибири. Я могу вам дать хороший прогноз: чем больше будет уровень жизни, тем меньше у вас будет поклонников в России. Э -э нет, дорогой мой, я вам объясню, почему, Саша. Дело в том, что у природы свои законы. Уровень жизни здесь ни при чем. Мы уже говорили об этом в самом начале. Я желаю русскому народу, вот от всей души, самого высокого уровня в жизни. Он достоин этого за все свои страдания больше всех остальных. Но не будет ему хорошо. Потому что даже самый лучший уровень жизни может наполнить только вот этих вот московских нуворищей. Больше никого. Народ на самом деле от этого не наполнится. Он все равно будет пить и страдать. Вы ему дайте сколько угодно, какую угодно зарплату, какую угодно рыбалку, дом, баню в огороде, футбол пиво, что угодно, он вы его увидите, как он будет все равно деградировать. Потому что вы ему даете не то наполнение, которое ему надо. Не то наполнение, а на самом деле? дорогой мой. Ага. А на самом деле вы считаете, что народу русскому, который будет пить и страдать, как вы предрекли, нужна кабала? Да. Ну, я думаю, что он уже закабален. Ну, он закабален, к сожалению, водкой. И абсолютным как бы сказать бесцельностью пустотой а те люди которые нашли для себя смысл жизни они я вижу их счастливыми у нас через два месяца здесь в израиле будет конгресс приезжает где-то около двух тысяч человек со всего мира где-то 700-800 человек из России. Ну, не из России, а вообще бывшие СНГ. Э -э -э вы не представляете, кто это люди. Это бывшие фашисты с наколками, с вастикой. Да-да. Э -э это люди совершенно люмперы бывшие. Это кто угодно до, -до богатых и высоких. В Весь спектр. У всех у них было одно и то же. Внутри неудовлетворенность, и они ее сейчас наполняют. Надо вот вам бы с ними все-таки поговорить. Что каждый из них нашел? Почему это так происходит? Я бы вас бы познакомил с индейцами, с Южной Америки. От Мексики и до Чили, до Горн там. В Африке, в Турции, неважно где. Вы бы увидели в Арабских Эмиратах даже, даже в, в Иране, вы бы увидели людей. Во-первых, они ничем не отличаются друг от друга, языком еще пока что они не могут друг с другом общаться, только через, когда мы проводим конгресс, мы общаемся через восемь симультанных переводчиков. Вот. И у каждого в, в, в наушники. Это очень дорого стоит. Да. Но мы собираем деньги, и нам это стоит потому что мы ощущаем при этом действительно себя как новое человечество. Так вот, вы бы поговорили с ними, вы бы увидели, это совершенно люди другой формации, совершенно новые люди, они не стукнутые, они не какие-то там философы, где-то витающие в облаках, это бухгалтеры, шофера, люди очень жесткие, черствые, простые в мире, в жизни имеющие детей, с опытом жизненным. Поговорили бы с ним, вы бы увидели, это убеждает. Это здорово убеждает. Я сейчас был на конгрессе в Мексике, у нас был конгресс, то есть это Коста-Рика, Куба, там э, Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Бразилия, Аргентина. Понаехали люди, вы бы посмотрели на них, но как они говорят, как они мыслят, как они воспринимают мир возьмите рядом с ними, поставьте нашу группу из Японии. Но вы их не отличите. Если вы закроете глаза, вы не увидите никакой разницы. То есть тот же бывший Вавилон, который наконец-то соединяется вместе в одно единое человечество. К чему нас глобализация и подталкивает. Михаил Семенович, вы не только коммунист, вы еще и интернационалист. Да, вот понимаете ли, сколько во мне недостатков, да. Но я вижу, что э когда я смотрю на вас лично, да? Я не верю в вашу кабалу, но мое сердце радуется, когда я гляжу на вас, потому что вы человек совершенно довольный жизнью всем бы быть такими. Скажите, пожалуйста, а в итоге, какую цель вы преследуете, когда приходите на разговор со мной, Саша? Ну, я же один раз уже был у вас, соответственно, нужно продолжить. Бог любит Троицу, может быть, глядишь третий раз когда-нибудь придет. Я согласен. Я и... завяжу вас. И вы станете не каббалистом, а нормальным марксистом, например. А сейчас я вас благодарю за встречу и себя тоже. Огромное вам спасибо. Рад был общаться. У меня вы оставляете всегда положительное впечатление. Человек, который хочет докопаться до сути, не согласен с ней, но все-таки где-то что-то еще его. Эм, крутит. Это хорошо. Хорошо. Спасибо. Держитесь, будьте здоровы, чтобы у вас все было хорошо. До встречи. Благодарю вас. До свидания.